закончили они участок от шестого участка до улицы Средней, и сейчас они приступают, зарыли там все и приступают. 1 сентября. Да, до 25-го они... До 25-го. Да, обещали. Что касается, понятно, что там сейчас некий форс-мажор, да, реально они забирают 25-го. И сказал вчера мне вот все. Ну, а он-то ясно сказал, а мы видим. Ну, и мы, честно сказать, что риск видим какой? Риск видим, когда они подойдут к заболоченному вот этому вот участку. То есть среднюю пройдут, и у них трасса лежит тут по болоту. Вот в этом месте мы видим риск. Там нужно будет посмотреть, либо мы все-таки копаем уже, а может быть, по верхней пройдем, чтобы, ну, ускорить процесс, не мучиться. То есть здесь еще порешаем. Пока вот они сейчас пока на своей. Ну, там потому что болото. То есть все, вода вот стоит и все, в воде.